привет на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре Chery Tiggo 3 2019 год, двигатель 1.6 с пробегом 117 тысяч километров. Автомобиль у нас на механике. Как видим, по повреждениям пострадала вся у нас геометрия кузова, но несмотря на это, прекрасно слышно, что у нас двигатель работает, и работает он довольно-таки ровно. Посмотрим уцелевшие элементы нашим прибором. Здесь все печально, оптика у нас светит, левая фара на месте, стоит жестко, но зацарапана. Водительская дверь, крыло в продажу не поступит. Задняя дверь еще под вопросом, заднего крыла также у нас в продаже не будет. Геометрия дверей всех нарушена. Дверца открывается. Состояние салона, состояние сидений. Задний левый фонарь разбит. По задней части насчет дверцы после снятия будет известна ее геометрия, но даже невооруженным взглядом видно, что этот край у нас чуть ниже ушел. Ну, давайте посмотрим дверь все-таки, сколько прибор наш покажет толщину лакокрасочного покрытия. 75-94. Видим, у нас чехол запаски целенький, задний бампер разбит, дверца у нас открывается, обшивочка чуть подзацарапанная. Сзади обшивочки хорошо сохранились. Правый фонарь у нас светит. Крыло заднее правое тоже очень сильно деформировалось. Задняя правая дверца у нас стоит не в зазоре. Видим, насколько большая щель. И дверь у нас заходит на крыло. 90, 105, 105. Сверху также видим потертость с замятием. И пассажирская дверца у нас тоже, к сожалению, не выжила. Давайте посмотрим с этой стороны обшивочку. Обшивочка чувствует себя хорошо. Водительское сиденье, возможно, деформировалось. Она у нас сама передвигается. По территории базы мы передвигались на ней. Постараюсь продемонстрировать, если получится, конечно, в одного это сделать. По акту проверки такие данные. Давайте по салону отсюда сразу же посмотрим, что работает, что нет. Моторчик отопителя работает, включаем на максимум, никакого постороннего звука и вибрации у нас с моторчика нет. Аварийная сигнализация работает, направление обдува у нас тоже меняется. На панели приборов виден пробег. Возможно, приборка будет у нас продаваться как ремонтный набор, если выжила. Если будет целый на момент ее изъятия. Давайте заглянем под капот, но прежде я вам хочу напомнить о том, что мы покупаем любые автомобили в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу, по самой справедливой и выгодной для вас цене. Под капотом двигатель работает ровно, без каких-либо посторонних звуков. Видим, что бачок с охлаждающей жидкостью у нас треснул, поэтому сильно мучить автомобиль не будем, дабы он не перегрелся. Решетка стеклоочистителя треснула с обеих сторон. Стаканы целые, лонжероны тоже, думаю, что будут целенькие. Из-за запотеваний из двигателя нигде никаких у нас не видно. Работает тихо, ровно. Крепление фар левой на месте. Видим, что фара у нас оригинал. Сейчас попробую уместиться в салоне и покажу, что автомобиль двигается хотя бы вперед-назад. Вот мы уже переместились в салон. Сигнал звуковой у нас работает на месте. Передачи все включаются четко в свои места. Первая передача. Рулевое колесо у нас зажато стойкой. Видим, что автомобиль у нас пытается ехать. Вперед едет. Тормоза имеются. Назад попробуем. Назад она у нас тоже едет. Сейчас вы видите кадры замера компрессии. Мер компрессии Chery Tiggo 3 2019 год, двигатель 1.6, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.